Ты только не дергайся. Я поговорить пришел. А мне у тебя нравится. И кресло такое хорошее, удобное. Ты кто? Валентин Иванович. А где Тать? Тать? Ну и погоняла. Она удалилась по женской надобности. Скоро придет. Ну так о чем говорить будем? Как деловые люди о деньгах. А ты, значит, деловой? Считай, что так. И Федов у меня деньги украл. Большие деньги. А я здесь при чем? С него и спрашивай. А его дело к тебе перешло. Значит, теперь с тебя спрос. Это, Витя, наш первый разговор. Тебе, как говорится, информация к размышлению. Так что я скоро еще зайду. Я наф опас. А теперь тебя пасти буду. Ну, паси, паси, пастух. Борисыч, я... Как он? Эх. Вот ты говоришь... Уходить? А куда уходить? В охранку, что ли? Да хоть и в охранку. Зашибись. Раньше этих бандюганов ловил, а теперь, значит, защищать буду. Здорово. Ух! А ты что, рапорт еще не написал, да? И еще нет? Пока нет. Том! Томочка! Солнце, ну подумай реально, ну напишу я рапорт. Ну? И куда я пойду? Так у тебя же высшее юридическое образование. Ты можешь пойти в адвокатуру, ну? В аспирантуру, да куда угодно. Ты смеешь, что ли? Нет, не смеюсь. Я уж 10 лет, кроме протоколов, ничего не писал. Ну и что? А ты что, мечтаешь всю жизнь сидеть с пистолетом в засаде? Нет. Но кто-то же должен это делать. А ради чего? Зачем? Ты забыл, где я работаю? Том, это ты сейчас о чем? О том! Что каждый день привозят ваших ребят. Я же все вижу, я все знаю, понимаешь? Вот вчера привезли 2 гаишников. Один вообще не доехал. А второй вот с позвоночником. Они, наверное, тоже своим женам говорили, что кто-то что-то должен, да? Ты сам-то подумай вообще. Я-то все прекрасно понимаю. А что случилось? Да подставились они. Там водитель пьяный был на КамАЗе. Вот и раздавил их. А что женам делать? Одна будет всю жизнь коляску возить, инвалидную, вторая ухаживать за могилкой героя. Том, ну а если бы они не подставились, ты представляешь, сколько могло быть могилок? А мне не интересно ухаживать за могилкой героя. Пусть даже героя. Ну, я же не собираюсь погибать. Да у тебя такая работа, Вадик. Тебя могут в любой момент убить, а я хочу иметь нормальную человеческую так, семью. Так, Тома, не передергивай. А у нас что, ненормальная, что ли? Нет, у нас ребенка нет. Ты каждый день на работе, я тоже. Хорошо, заведем. Ага. Будет тебе ребенок. Плодить потенциальных сирот. Вот прямо сейчас и... Да ножик надочить некому. Какой ребенок? Наточим. Ага. Том, я тебе обещаю, будет тебе ребенок. Ну какие дети, ну Вадик, ну... Ну как какие дети? Ну все, 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 все. Ну все, Вадик, все. Звонят. Все, все, все.
Двое. Конечно, двое. Угу. Размечтался. Здравствуйте. Привет, Том. А где твой дома? Нет. А мне Малышев сказал, у него отгул. Так он гуляет. Где? Так он к тебе в гости пошел. Сказал, дай-ка я зайду к своему лучшему другу. Так что ушел, все. Подожди, все, подожди, все, Том, все. Подожди. А во сколько придет? Да я не знаю. У меня к нему дело все. Серьезное. Ну... Какое дело? О, здорово. Дело на 1 000 000 рублей. Трепло! Подожди, Том, ну дети, успокойся. Двое! Том, конечно, ты что, двое! Сядь, говорю, успокойся. Да человек пришел на 10 минут. Да какие 10 минут? Опять не будет никаких историй. Знаю я вас. Иди. Че опять? Да че ты, извини. А, вот. Ты помнишь, что любительское видео, ну, на пляже снимали свадьбу? А, ну да, еще бы, 6-летний киллер. Надо мной потом полуправление смеялся. Да ладно. Вот, смотри, я здесь был на одном мероприятии. И там присутствовал некто, господин Лавров. Угу. Сейчас это первый зам Большакова, а в прошлом правая рука Нефедова. Внимание! Вот этот снимок с мероприятия, а вот этот снимок с пляжа. Как говорится, найди 10 отличий. Смотри. Сейчас, подожди секунду. Ты куда? Неважно. У меня сегодня выходной, пойду отдыхать. Да... Ну, ты что, подождать не можешь? Человек пришел на 10 минут по делу. Слушай, у тебя каждый день дело... Каждый прохожий человек, кроме меня. Мне все это надоело. Ну, что ты сам дель, Тома? Слушай, бросай свою ментуру к чертовой матери. Тогда и будем разговаривать. И ножи наточи. Да. О, понимаешь, Лавров в момент гибели Нефедова тоже был на пляже. Он мог не просто наблюдать. В принципе, мог. Тебе что, не интересно? Понимаешь, Игорь, было интересно. Дело прикрыли, я в отгуле. Да ладно. Вадик, мне нужно узнать о Лаврове как можно больше. Нет, нифига, я тебе не частное агентство. Лавров 3 года назад проходил по делу об убийстве. Мне нужно знать об этом деле все. Что тебе это даст? Если честно, пока не знаю. Разрешите? Проходите. Присаживайтесь. Ну, рассказывай. Михаил Васильевич, здесь распечатки телефонных разговоров Большакова и Лаврова за вчерашний день. Есть что-нибудь интересное? Да ничего. Текучка, деловые разговоры. Да, завтра в Невский терминал вызваны аудиторы. Ну, а как Никифоров? А вот по Никифорову есть пара интересных эпизодов. Недавно у него поселилась девушка. Я бы очень расстроился, если бы поселился юноша. Дело в том, что эта девушка Илона Кравчук. Ну? Ну, бывшая сожительница Нефедова. Вот как? Интересно. Второй эпизод. Я сначала не придал ему никакого значения. На квартиру Никифорова был телефонный звонок. Сработал автоответчик. Но сообщение никто не оставил. Сегодня, на всякий случай, я пробил звонившего. Ну? Оказалось, что звонили с домашнего телефона, принадлежащего гражданину Чванову Сергею Николаевичу. Главбуху Балтик Ойла. Именно.
Так. Тихо, тихо. Вторые сутки на ногах. Пускай спит. Так, значит, Чуванов все-таки решился что-то слить журналисту? Может, это как-то связано с аудиторской проверкой? Вот что, Слава. С этой минуты Чуванова под общий колпак. И усилите наблюдение. А за Никифоровым? За Лавровым. За Лавровым? За Лавровым. Что вам угодно? Здравствуйте. Здравствуйте. Аудиторская фирма Йоран Свенсон. Одну минуточку. Виктор Борисович, аудиторы. Да-да, проси. Угу. Прошу вас. Господин Большаков ждет вас. Добрый день, господин... Август Свенсон. А это моя помощница Людмила. Очень приятно. Присаживайтесь. Мои помощники. Мой заместитель господин Лавров и главный бухгалтер господин Чванов. Очень приятно. Мне рекомендовали вас как высоких профессионалов, и я с нетерпением буду ждать результатов вашей работы. 5 дней вам хватит? Все будет зависеть от состояния дел. Ну куда ж больше? Господин Большаков, наша фирма основана в 1940 году еще моим дедом. И она имеет свои традиции. Вы обратились именно к нам, а не к другим, и мы гарантируем вам качество. Если нужно будет, мы будем работать и 10 дней, и больше. Ну хорошо. Господин Чванов передаст вам все необходимые документы. А у меня все готово. Может, я приглашу наших гостей к себе в кабинет? Всего доброго. До свидания. Прошу вас. Лавров, останься. А теперь скажи-ка мне, милый друг, кто такой Валентин Иванович и какие претензии у него на хозяйство Нефедова? Сахатый гаденыш. Алло, это я. Через час в китайском ресторане на Краснопутиловской, знаешь? Угу. Ну, пока. Ваш заказ, пожалуйста. Ну, чего звал-то? Мне начал мешать Сахатый. Как, и тебе тоже? То есть он и вам мешает? Да видишь, какое дело. Прихватили мы тут одного нашего дюлера с чужим порошком. Сначала подумали, хочет пацан свой маленький бизнес организовать. А как поднесли паяльник к жопе, он и раскололся. Короче, повадился в наш огород один козел из Сибири. Сахатый? Угу. Он это сам организует? Нет. Не сам. Братва у него питерская. Из-под кости бабуина. Вот как? В том-то и фокус. Вроде бы свои пацаны. Красивая девочка, умница.
Бабуина сейчас поддержает святое дело. Но чтобы какая-то падла сибирская свои порядки тут наводила. И что вы думаете делать? Пока смотрим. Ну, а потом, дальше, по понятиям. Ну, а не могли бы вы пугнуть Сахатова прямо сейчас? Как это? Пугнуть? За испуг Саечку, что ли? Так? Мне не надо, чтобы Сахатый прямо сейчас лез в мои дела. Короче, вы должны отвлечь Сахатова. Понятно? Хорошо, сделаем. Его самого не трогать. Он мне еще пригодится. Что, понравилось? Да-да, понравилось, понравилось. Привет. Привет. Где аудиторы? У Ольги. Первичку проверяет. А, ну и хорошо. Что хорошо? Что хорошо? Под каждым документом моя подпись. Сереженька, ты же меня знаешь, я все продумал. Этот Свенсон свое дело знает. Как минимум, 4 дня у нас есть. Задал мне вчера пару вопросов, я все понял. Рыть будет до конца. Сережка, Сережка, я продумал все, ты меня знаешь. Кстати, поехали сегодня вечером ко мне. Ты же у меня никогда не был. Ну а что, шашлык, машлык, цинандали, мукузани. Да какой шашлык, машлык? Мне сейчас не до этого. Сережа, поехали. Ты здесь с ума сойдешь. Ольгу с собой возьми. Кстати, там обо всем и поговорим. Сережа, в 6 я за вами зайду. Ровно в 6. Сергей Николаевич, господин Свенсон попросил уточнить. Скажите, это ваша подпись? Моя. Значит, здесь тоже? И здесь тоже, а что? Спасибо. Не за что. Какая? Вы еще не видели мой японский сад камней. Да. Интересно. Спасибо. Прошу. Ну, как говорится, чем Бог послал. Как здорово. Прошу. Место для гостей. Ой. Сережечка, давай наливай. Павлович, а вы здесь один живете?
Почему один? У меня есть, ну, в общем, как говорится, работник. Он мне готовит, помогает по дому. Угу. Ухаживает за садом. Сережка, кстати, мне кажется, настало время экскурсии. Как говорится, рота подъем. Ну что ж, прогуляемся. Летом здесь потрясающе. Ой, как хорошо. Да, замечательный у тебя дом. Да. Здесь у меня сад камней, там дальше сад цветов. А там фонтан. А там фонтан. Хотите посмотреть? Хочу. Николай! 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 Включи гости наш фонтан. Если вы не против, мы с Сергеем Николаевичем немножечко уединимся. Не против? Конечно. Пойдем. У тебя прямо джунгли. Сережа, я тут покрутил ситуацию так-сяк. И вот что я понял. Сваливать тебе надо. Сваливать? А куда? Куда не вопрос. У тебя есть Шенген. Купил билет на самолет, фьють и все. А вот как? Тут важно, чтобы все было по-умному. Не понимаешь? Нет. Большаков начнет тебя искать. Надо сделать так, чтобы Большакову стало не до того. То есть? У тебя какие отношения с Никифоровым? С Никифоровым? С журналистом. Да никаких отношений. Подходил пару раз, просил дать интервью о положении в Балтик-Ойле. Я отказал. Настойчивый, значит. Так вот я предлагаю поощрить его настойчивость. Ты хочешь, чтобы я ему взял и все рассказал? Нет, рассказывать не надо. Я предлагаю дать ему диск. А что на диске? Информация о очень неприглядном поведении Большакова в последнее время на Балтик-Ойле. Большакова? Именно. Большакова. Никифоров ухватится за эту информацию, проверять ее даже не станет. Но этому щелкоперу все равно, лишь бы чтобы горячее. И что дальше? Ну, а дальше, после того, как Данкиферов опубликует эту информацию, у Большакова будут очень большие неприятности, и ему будет не до тебя. Но тут, понимаешь, как бы вопрос этический. Умнее ничего не мог сказать? Вопрос этический. Ты лучше вспомни, чьи подписи на платежках сейчас встречает этот швед. О результатах аудита, я думаю, говорить не стоит. И так все понятно. Большаков обещал тебя посадить, и он тебя посадит. Сваливать предлагаешь? А как же быть с Ольгой? Если ты согласен, то я постараюсь продумать все детали. Ну а Ольга, если ты хочешь, может приехать к тебе, когда все образуется. Я согласен. Кстати, Ольге пока об этом говорить не надо. После этого Чванов высадил Терехову около ее дома. Я отправился к себе. О чем они разговаривали с Лавровым?
Михаил Васильевич, в доме Лаврова постоянно кто-то есть, поэтому аппаратуру пока установить не удалось. Да. Ну, вообще-то, тема у них для разговора может быть только одна. Аудиторская проверка. Вот что они решили? Вопрос. Поставь-ка мне еще раз его разговор с бандюгом. Мне не надо, чтобы сахаты прямо сейчас лез в мои дела. Короче, вы должны отвлечь Сахатова. Понятно? Хорошо, сделаем. Его самого не трогать. Он мне еще пригодится. Что, понравилось? Да-да, понравилось. Да. Ну что ж, теперь мы знаем, что ситуацию вокруг Балтик Ойла расшатывает именно Лавров. Угу. Кстати, ты не понял, что ему так понравилось в этом ресторане? Может быть, обед? Может быть, обед. А может быть, и нет. Что ты от меня хочешь? Ты, дело Лаврова, посмотрел? Посмотрел. И что? Странная там история. Дело в том, что поначалу главным фигурантом дела был вовсе не Лавров. А кто? Братец. У Лаврова есть брат? Есть. Родной младший. Так вот этого брата как раз и подозревали в убийстве этого бомжа. Потом Лавров пишет чистосердечное признание. Так, мол, и так, я такой-то, такой-то. Не хочу, чтобы страдали невинные люди. Ну и, судя по его словам, в момент убийства он находился в состоянии аффекта. Потом появляется странная справка из больницы на Удельной, где черным по белому написано, что гражданин Лавров в силу своих психических особенностей в момент убийства мог находиться в невменяемом состоянии. Ну, адвокаты хорошие. Дают 2 года условно и забывают про эту историю. Да и про бомжа тоже. Легко отделался. То есть, другими словами, старший брат берет на себя вину младшего. Зачем? Да потому что младший брат, Валентин Лавров, офицер внутренних войск, чеченец. Получил контузию, но его по каким-то там причинам оставляют в строю. А потом начинают замечать за ним признаки немотивированной агрессии. Сначала он избивает солдата, потом еще пару случаев покруче. Ну и в конце концов, когда совсем срывает крышу, до смерти забивает пленного боевика. Круто. Вот и начальство решило, что круто. Ну, дело представили как боевой эпизод, а его самого комиссовали. То есть старший спасает младшего не просто от тюряги, от тюремной психушки. Похоже, что так. А где сейчас младший? Да откуда я знаю? Девушка, сколько с меня? 1 минуточку. Все, я пошел. Давай. Интересный сюжетец. Проходи. Ну что, завтра в 12 заключение аудиторов будет на столе у Большакова. Знаю, знаю. Готов? Готов. Угу. Кстати, ты черную бухгалтерию удалил? Нет еще. Лучше удалить. На всякий случай, мало ли что. Ну, уберем. Уберем. Убираем. Я, между прочим, тоже бы выпил. Да? Да. Ну, возьми на кухне графинчик, там коньяк. Угу. И рюмочки в этом шкафчике наверху. Хорошо. И конфеты там еще. Хорошо.
Нашел? Нашел. Спасибо. Завтра позвонишь Никифорову. Ага. И скажешь, что у тебя для него есть очень важная информация. Ну, назначишь ему встречу в китайском ресторане. Небесный дворец на Краснопутиловской, знаешь? Да. Да, за 3 часа до самолета. Передашь диск и в Пулково. А билет? Угу. А почему именно Мадрид? В Мадриде остались хорошие друзья Нефёдова. А. Но я же по-испански ни слова. С тобой будут говорить по-русски. А. Угу. Понял. А диск? Тебе лучше его с собой не таскать. Его прикрепят к столику скотчем. А тебе укажут, какой столик. Понятно. Ну, а кто покажет-то? Увидишь. Ну что? Прощай, турист. Не дергайся. Все будет нормально. Знаешь что? Да. Ты, пожалуйста, Ольге помоги, если что. Обязательно. Спасибо. Обязательно. Поедешь уже? Да, дела. А можешь посидишь? Не-не-не. Дела. А, пойдем, провожу. Давай. Том. А, Том? Ты сегодня долго? А что это ты интересуешься? Ну, я сегодня пораньше освобожусь. Может, сходим куда-нибудь? Куда? Ну, в кино или там романтический ужин при свечах. Чтобы я опять у плиты стояла, да? Ну, почему? Я сам могу что-нибудь приготовить. Слушай, а ты не заболел? Случайно. Почему бы мне не заболеть, когда у меня такой домашний доктор? Ха. Ну, так чего, Том? Ну, может быть... часам к 6, может, к 7. Договорились. Значит, я сейчас иду работаю, а потом быстренько домой. Все, целую, люблю. Пока. Удачного дня. Илона, возьми трубку. Илона, ты возьмешь трубку или нет? Да. Здравствуйте. Могу я переговорить с Игорем Никифоровым? Он в ванной. Это очень важно. Сейчас, секундочку. Держи. Спасибо. Не прошло и полгода. Алло. Здравствуйте. Это Чванов. Помните из Baltic Oil? Да, я вас слушаю. У меня для вас есть информация. Но это не по телефону. Я должен вам кое-что передать. Прекрасно. Мы можем встретиться? В ресторане.
Небесный дворец на Краснопутиловской. Знаете? Да, знаю. 12 часов вас устроит? Конечно, хорошо. Я вас только прошу о встрече. Никому ни слова. Это очень-очень важно. А... Ну, почему извини, ты... Извини, дела. Еда в холодильнике. До вечера. Алло. Это Илона. Что все это значит? Вас что-то не устраивает? Да вы тут черти что накопали. Это наша работа, выявлять ошибки в бухгалтерии. Ошибки? Да тут... Спасибо, господин Свенсон. Мы высоко ценим проделанную вами работу. Оставшаяся по нашему договору сумма будет вам немедленно переведена. До свидания. Секретарь вас проводит. Главбуха ко мне! Да. Чванова! Хорошо. Если не будет через 10 минут, всех уволю! Хорошо, Виктор Борисович. Алло, Вадюш, привет. Да не ори ты так. Слушай, дело есть на 1 000 000 рублей. У меня своих дел по горло. Да мне все равно, с кем ты встречаешься. С кем? С Чувановым, главным бухгалтером Большакова. Хочет передать мне какую-то информацию? Вадюш, я просто чувствую, что твое присутствие было бы очень желательно. Да ладно, Вадик, в последний раз. Слушай! Игорь, таких последних разов знаешь, сколько было? Подожди за дверью. У меня сегодня романтическое свидание, ты понимаешь? Я женомерюсь. Нет. Послушай, сегодня я не могу. Это, в принципе, ты в состоянии понять? Не сегодня. Сегодня как раз тот самый раз, когда это невозможно. Все. Нет, я сказал. Эй, браток, садись сюда. Добрый день. Сюда, сюда. Здесь вид из окна лучше. А вы? А я уже поехал. Спасибо. Угу. Меню, пожалуйста. Нет, спасибо. Мне чашечку кофе, пожалуйста, и грамм 100 коньяка. Коньяк какой? Хороший, дорогой. Хорошо. Скажите, от вас можно заказать такси? Конечно. Куда и во сколько вы поедете? Пулково 2. 12:30. Хорошо. Угу. Пожалуйста. Спасибо. Thank you.
Проходите, проходите. Может, я ее в приемной подожду? Нет, он сказал, чтобы вы здесь ждали. Здравствуйте. Ой, как я его боюсь. Вам-то чего бояться? Ему Чванов нужен. Так а где ему Чванова возьму? Ну, где Чванов? Я кому говорил, чтобы нашли? Виктор Борисович, чего нет? Что значит нет? Но он сегодня не вышел на работу. То есть как не вышел? С каких это пор в рабочий день? Да еще во время аудиторской проверки отсутствует главный бухгалтер. Я вас спрашиваю. А почему вы меня спрашиваете? Вы его начальник, он вам и подчиняется, а мне он не отчитывается. Так, звони ему домой. Так я уже звонила, там никто не отвечает. Значит, на трубку звони. И туда я тоже звонила. Она либо отключена, либо вне зоны. Фу. Свободно. В прятки надумал играть, сволочь. Как фальшивка, так его закорючка. Найду, порву, гада. Mm-hmm.